Смотрите-ка. Желтобокая тыква в сотни сантиметров в обхвате выросла на участке Галины Ивановны Корюкиной почти случайно. После того, как на грядке этой весной морозом побило все кабачки, она решила возобновить посадку. Что делать? Что-то на рынке взяла какую-то эту рассаду. Ну, думаю, кабачки. Думаю, такой кабачок. Ну, желтенький, да, зелененький, ладно. Сначала зеленая была. Потом смотрю, тыква идет, ведь тыква. Побольше, побольше зеленый. Жалко снимать, думаю, не буду. Гена говорит, до сентября, Галя, пусть сидит, там посмотрим. И все. И каждый раз смотрю, Гена, ты посмотри, какая большая, какая большая. Хозяйка говорит, никаких особых секретов нет. Просто богатая перегноем почва, регулярный полив и прополка. И, конечно, доброе слово. Оно и тыкве приятно. Красавица, да что-то всяко разговариваем. Почему? И где матушки мои, говорю, приду. Ой, моя красавица, моя красавица. Стоим. Ничего, они любят. Утром придешь, прибежишься, так посмотришь. Нормально. Они как-то это любят и растут хорошо. За 12 лет садоводства и огородничества Галине Ивановне впервые удалось вырастить такую тыкву. Теперь думает, что делать с урожаем. За один присест ее даже всей семьей не одолеть. Мне вот ее не поднять. Мы ее так покатим, покатим. Разделим всем родственникам, да, дадим, да и все. Пусть кашу варят. Скороварку сделаем, там с крупой. Можно пшено, можно рис. Можно вообще три вида положить и тушить. Масло побольше. Все. Вкусно каша будет. В следующем сезоне Галина Ивановна сажать тыкву не планирует. Хочет все время посвящать цветам. Вдруг получится гигантский георгин вырастить.